Мчусь, то прячусь, то скрываюсь, высматривая жертву из кустов, пятнистым телом сильно изгибаясь, лишь выдавая настроение хвостом пантера. Хоть и кошка, но какая! Взгляд острый, скорость бега, прыть. Вот только в городе она чуть-чуть другая. И даже розовую, может быть. Была так незаслуженно забыта и тихо коротала горький век, пока над домрою не сжалилась судьбина и не нашелся добрый человек. Мы назовем Будашкина концерт эпохой возрождения для домры. Теперь сей популярный инструмент поклонников имеет миллионы. Thank you.
знает весь концертный мир, музыкальный сувенир. Это Виктор Полторацкий Спивакову подарил. А сегодня этот дар вам сыграет Ричард Гант. Песенку поет, удивляется народ.